Но выступление представителя Великобритании, Райкрафта, показало, что он только и думает о том, чтобы затруднить ваши усилия, господин Мистура. Не дать развиваться политическому процессу. Принести в СБ конфронтационность и враждебность. А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь? Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому, посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? Поэтому, именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистуры не слушал.